при установке WordPress на хостинге PSKZ может возникнуть проблема. Сейчас покажу, какая проблема. Когда вы заходите на свой сайт, уже залив движок, нажимаем вперед и вводим здесь имя базы данных. Вот, ввели, нажимаем отправить. Вот, и по идее должна была начаться установка, но выходит такая ошибка: извините, wp-config недоступен для записи. С чем это связано? Это связано с настройками сервера на хостинге PS, которые выставлены по умолчанию. Чтобы изменить эти настройки, нужно зайти в панель управления хостингом PSKZ в раздел «Сайты и домены». Кликаем на наш домен. И здесь внизу есть настройки. Поддержка PHP, запустить как модуль Apache. Вот здесь нужно изменить настройку на приложение Fast CGI. Что это дает? То есть по умолчанию здесь выставлено, что вы не можете изменять файлы, устанавливая скрипты различные. Это может делать только лишь админ из хостинга PSKZ. Когда вы ставите вот настройку Fast CGI, то тогда все изменения прав и, соответственно, запись различных файлов, изменения настроек, они становятся возможными. Вот, то есть мы выставляем настройку поддержки PHP как Fast CGI, жмем ОК. Теперь я возвращаюсь назад, вбил имя базы данных, имя пользователя, пароль. Нажимаю отправить. Все. Все в порядке. Все файлы теперь создаются. И все получается. Нажимаем запустить установку. И здесь, собственно, уже установить, и видим, что наш WordPress сайт на WordPress он успешно установлен.